Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня опять обзор на Гарфола. Я вам показывал его в такой сборке, но без 20-го прорыва. Теперь он у меня на максималке, то есть прокачан на фул. Как видите, статки у него довольно-таки неплохие. Священный огонь, ангел, каменка. Вот такая у нас сборка. Сейчас мы пойдем его тестить на локациях разные. Будем немножко менять сборки. Ну, как по мне, он получился очень жесткий. Почему? Сейчас вы это увидите. Так, сейчас я гляну, чтобы у меня смотрителя не было. Так, зеленый смотритель есть. Окей, сейчас кого-то заберем. А если так? Так, понятно, значит, надо. Оставим Фрейю пока. Так, отлично, смотрителя нет. Поехали, начнем сразу с подземки. Для этого я как бы максимальную сборку поставил. Ну да, так, что это у меня там? Мы бегали 7-6 тыковкой. Давайте отсюда начнем. Показывал я, многие героев сливают, если их закинуть сюда. Вот сейчас мы кинем сюда. Посмотрите на вот это. Пофиг просто. Защита от стана и все, он включился. Его просто нереально теперь слить. Он стоит с фулл хп, они там бьют по нему, но не знаю сколько. Посмотрите, это смешно даже выглядит. Просто тупо на себе держит. Да, урона у него в такой сборке нет, но ему урон в принципе не особо нужен. Просто нереальный танк. Ему там уже все, что хочешь, поурезали, подебафили, все равно пофиг. От хила, конечно, фигня. Чарами он, у него еще стоит хранитель леса, который дополнительно будет его отхиливать. То есть ангел, который тоже дает отхил. Плюс он сам себе отхил дает. Ну, они просто его не могут убить. Теперь вам показываю тот же самый вариант. Ну, просто другого любого героя. Давайте кинем сюда. Вот его. Анубис. Ну просто ни о чем. Ворожай. То же самое. Ну тут, во-первых, стан, они сразу же станет башни. Рэй. Тоже нереально что-то сделать. Ну, командором, то командору я показывал, она может затащить. Огник. Даже огник, посмотрите, как тупо просел. Жесть. Командора. Ее просто не встает. Ну и этого они уже просто, ну, ничего не могут сделать. Это Unreal просто. У него столько дефа, что просто я даже не знаю. И хил знает, как его пробивать. У него, то давайте сейчас посмотрим, что по дефу. Священный огонь 40%. Ой, говорю 40. Их 40. 60. Каменка 60, ангел 80, его скилл 63, просто, блин, бешеный получается у него, да, давайте в рейдер посмотрим. Ну, ему, чтобы, конечно, надо еще включиться, чтобы его скилл сработал, ну, плюс у него нету, так вот, в онлайн зашел, не захотел, чтобы мы потестили,
Плюс у него нету проблем со станом. Так, Фрейя. Ну вот Фрейя, смотрите, сколько бьет. 16-17 тысяч Фрейя выносит. А у нас смотритель активировался. 460 это 30%. Это только что был отхил от хранителя леса. То есть у него, по сути, где-то 1 000 000 жизни, даже больше. Ну, тут огник коммуна. Ну, посмотрите на это. Вот смотритель все портит картину. Это смотритель. Смотритель попадает и процентуально сносит. Все. Так его, ну, не знаю, очень сложно будет убить. Вот посмотрите, как смотритель полжизни сразу же отнял. Фрейя 23 тысячи бьет. Ну, как вам такой терминатор? Ну, все, тут сейчас его опять смотритель ударит. Просто жесть. Вот из-за смотрителя, в принципе, и слив идет. Посмотрите, что делается. Чисто смотрители выбивают. Вот из-за этого как бы вся печаль, что они настолько отдамажат. Так, окей. Тут мы разобрались, поехали на аренку. Попробуем сразу же. Не буду я на него ставить ремку, чтобы он сразу включался. Хочу именно посмотреть на его деф. Вот видите, смотритель ударил, а дальше все. Дальше уже все. Ну, то есть, оно может тут попроще какой-то. А тут тоже сосло отлично. Правда, тут сейчас мы его заморозят. Вот, отлично, хранитель леса сработал. А, и забор энергии. Жесть. Ну представьте, сколько героев его дамажит, как они его сливают. А, и у меня тут, к сожалению, нету ворожея. Хотел, чтобы ворожай его еще подхилил немножко. Вот Махатма и он, в принципе, смогут выдержать. Я думаю, что да. Не, его все-таки слили. Или нет? Ну, Махатма держит урон. Так, хорошо. Попробуем сейчас ворожая еще сюда поставить. Он сразу включился. Поехали. Надо было, наверное, выражая свое воодушевление. Вот у меня нет смотрителя. Я, в принципе, так нормас. Ну вот, пошла жара. Наконец-то он включился. Конечно, там стан не проходит, но забирает энергию. Видите, он не успевает набрать энергию, не дает стрелок включиться. Но все равно такой урон держать, это просто нереально что-то. Честно говоря, меня он реально зацепил после того, как я на него сделал обзор просто в такой сборке. Ну а потом это нереально. Да, ему бы, конечно, урона еще чуть-чуть побольше.
Так, все, закончились у нас тут попытки. Поехали в ЗБ. ЗБ мы сейчас соберем. Ремочку поставим. Кстати, очень неплохо, что Атлант есть. Интересно будет посмотреть, если Атлант включится. Заблочит? Да, заблочили. Заблочили, и все равно... Жесть, два раза заблочили просто. Ну-ка еще раз. Интересно просто. Давайте поставим на переднюю линию, чтобы включился. Может, успеет включиться. Видите, не успевает. А вот с... Смотритель сработал, хранитель леса точнее, 420, офигеть, чуть-чуть не хватило. Так, ну-ка еще раз попробуем его где-то сюда добавить. Интересный просто противник. Но я все равно не успел. Чуть-чуть не хватает. Совсем чуть-чуть. Та-та-та-та. Да, неплохо, неплохо. Так, смотришь, вроде меня и слили, и тут хоп, а у меня 20-е прорыва. Нереальная просто вещь. Так, хорошо. Пробуем. Давайте так. Против стрелка не хочу. Хотя, в принципе, тут бабуля. Давайте попробуем. Пофиг. Пофиг на попытки. Мы тестим. Смотрим. Ребят, это просто, наверное, унижение. 12 скиллов. Посмотрите, сколько по нему урона проходит. Там энергию уже снимают. Но они просто тупо его не пробивают. Офигеть. Вы представьте, сколько тут урона. Жалко, у меня больше попыток нет. Я бы с радостью кинул бы другую пачку на это посмотреть, как будут сливать их. Но, блин, это нереальное что-то. Стоять соло против... С таких его 12-х причем. Да, Unreal какой-то реально. Вот такой вот, ребят, Терминатор. Показал вам его еще в топовой сборке. Ну, я думаю, это просто... Просто надо качать. Это хилер, хоть он давно забытый, но в любом случае он хилит и дает деф. И на новом испытании Смотрителя он в любом случае будет. И нужно будет его... Там по-любому с его отхилом. Ну, не знаю, посмотрим. В общем, утром оно будет. Надеюсь, будет немножко другое, чем на китайке. Там уже затестим. Все, всем удачи, всем пока.